китайский. And now, ladies and gentlemen, for the co-main event of the night, are you ready? Wonderful. So, introducing first in the ring, from Morocco, please welcome to Hicham El Gaoui. И в ринг приглашается боец из Марокко. Don't go anywhere. This is going to be a fight. Come on, everybody! Put your asses down! Come on, China, come back! Let's see this to the end. Come back! Спортсмен подходит к рингу. Мы знаем марокканскую школу кикбоксинга. Много прошло спортсменов. Марокканского кикбоксинга. Это If you leave, you don't know what you're missing, all right? Introducing the black corner from Belarus. Please welcome to Дорогие друзья, противостояние. Со главное событие Хишам Эль-Гауи против Игоря Бугаенко. Хишам Эль-Гауи нам в первую очередь известен тем, что он был бойцом турнира «Бой по правилам Тенаку Бактат-Нефть». Боксировал там и... Ну и вообще, Марокко, в Марокко славные традиции кикбоксинга. Я уже вспомнил Бадера Хари. Конечно, конечно. И опять же, мы говорим о том, что Хишам Эль-Гауи дошел там до финала, где проиграл, кстати, Александру Стасуренко. И проиграл в таком поединке, что, вот, честно говоря, я бы не сказал, что там прям Александр Стасуренко победил. Потому что Хишам Эль-Гауи – это такой спортсмен, он очень неудобный. Он все время прячется за блоком. Он много работает ногами, хорошо работает коленями. Он успешно выступает на турнире Infusion. Наш спортсмен выходит под перуанские напевы. Да. Ну, наш спортсмен – это Игорь Бугаенко, который представляет славную Республику Беларусь. Ну, наш спортсмен. Наш спортсмен. Тем более, что у нас союзные государства. Конечно, конечно. Выходит он, естественно, в сопровождении Андрея Сергеевича Гридина, прославленного тренера, который воспитал целую плеяду достойных чемпионов мира по самым разным версиям, по самым разным видам спорта. И... Одно лишь перечисление учеников Андрея Сергеевича, которые стали чемпионами мира, займет все эфир. Игорь Бугаенко является чемпионом турнира «Бой по правилам Тенако Бактат-Нефть», когда он выиграл, он победил Александра Межеватова. Сейчас помним в финале. Кстати, Игорь Бугаенко очень успешно выступал на турнире ACB. Он победил Ридуана Кайро и победил Луиса Тавареса. Это два топовых спортсмена. Также дрался он на турнире KOK, это King of Kings. И победил бойца-диджея нашего дорогого друга Максима Молотова. Да, победил решением судей. И вообще, Игорь Бугаенко много. Да, очень много, очень опытный спортсмен. Вот мы видим, у него 56 боев, хотя 60 у него 75 боев. Да, 64 победы, 11 поражений у Хишама Эль-Гауи. 50 побед, 6 поражений. 34 года марокканцу, 35 лет Игорю Бугаенко. Ну что ж, два опытных бойца, причем спортсмены, исповедующие абсолютно разные стили. Вот именно на это будет также интересно посмотреть. В хорошем настроении пребывает Игорь Бугаенко, равный как и Хишам Эль-Гауи. Но вот посмотрим, каковым этот самый настрой окажется по итогам противостояния. Да, и у кого настроение испортится. Возможно. Round one. Round base, Mr. Shocker.
Как я уже отмечал, Хишам Эль-Гауи предпочитает работать ногами, коленями. А если говорить об ударах руками, то в основном это защита, это блоки. Может быть, кому-то такая манера может показаться не совсем зрелищной, потому что обычно не самую активную работу в ринге проделывает Хишам Эль-Гауи. Он делает ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы одержать победу. И потом в Марокко я не думаю, что были славные боксерские традиции такие, как они были в Советском Союзе. Соответственно, кто же Хишаму эти традиции передаст именно по работе руками, по нанесению ударов и по защите от ударов руками? Очень неспешное начало. Первая комбинация от Игоря. Игорь Бугаенко, насколько я слежу за его соцсетями, не только является сейчас бойцом, но еще и тренером. Ну, такой неспешной манере сейчас развиваются события в ринге. Что, собственно, для первого раунда вполне логично. Вот проверяет какие-то свои связочки Игорь Бугаенко. Понятно, взорвался таким акцентированным ударом. Это такая пристрелка. Хишама вообще очень трудно попасть, и он совершенно спокойно принимает на блок свои удары. Удары, точнее, своего оппонента. Очень спокойно. Такая, достаточно длинные рычаги, да, то есть длинный рычагов, чтобы полностью себя перекрыть и таким образом обезопасить. И после такой защиты, эшелонированной защиты, Хишам наносит удары ногами. В частности, вот такие размены удары руками в исполнении Игоря и атаки в исполнении Хишам. Здорово провалил Игорь, отлично. Пока что одиночными ударами исключительно работает Хишам Эль-Гауи. Конечно, это максимально упрощает задачу Игорю, который является спортсменом, хорошо использующим серийную работу. Спереди ноги не проходит Хишам Эль-Гауи. Удары достаточно затянуты. Хишам никогда не был суперскоростным взрывным бойцом. Нет. Он такой как раз тягучий, который пытается навязать сопернику свою удобную манеру ведения боя. Пока что Игорь с этим разбирается довольно убедительно. По туловищу попадает Игорь. Вот чуть было не зевнул. Да, обратите внимание, что Игорь работает все время комбинационно. Меньше ударов не выбрасывает. А это понятно, потому что, в общем-то, ничего не в состоянии такого предложить суперординарного, экстраординарного сопернику с точки зрения ударов руками Хишам Эль-Гауи. Именно поэтому Игорь Бугаенко чувствует себя здесь в безопасности. Поэтому он совершенно спокойно может выходить на удобную для себя дистанцию, бить и фактически даже не заботиться о каких-то защитных действиях для того, что Хишам Эль-Гауи отвечает исключительно лоу-киком или же ударом на голову. Второй раунд. Мы видели, что Игорь Бугаенко секундировал Владимир Пешенин и, разумеется, Андрей Сергеевич Гридин. Продолжается поединок. Чуть активнее стал действовать Игорь Бугаенко. Но также комбинация, также выбрасывает много ударов. Вот 3-4 удара. И главное, делает это еще со смещением. То есть он тоже максимально усложняет жизнь марокканскому спортсмену. Великолепно ушел от удара коленом Игорь Бугаенко сейчас. И комбинирует удары рук с ударами ногами. Очень медленно действует Хишам Эль-Гауи, затянутые. Конечно, такие удары не способны застать врасплох столь опытного и мастеровитого бойца, как Игорь Бугаенко. Тем более одиночными работает Хишам Эль-Гауи. А Бугаенко легок на ногах, поэтому... Да-да-да-да-да. Вот сейчас действительно было не туда. Я согласен с Хишамом Эль-Гауи. Это было больно.
Кстати, мы видим уже такой кровоподтек на лбу над левым глазом марокканского спортсмена. Неудивительно. А тем временем Игорь Бугаян извиняется. Он, правда, не хотел. Достойный ответ. Как под копирочку. Мне кажется, что совершенно зря Шан изображает, что он это сделал случайно. Мне кажется, что сделано вполне сознательно. Арабское коварство изобразил Шан. Ну что ж, 1-1. Да, 1-1. Вроде все по-джентльменски. Не хотел, брат, извини, ты же не хотел, и я не хотел. Все по-честному. Мы оба не хотели. Но теперь мы видим то, что Игорь все-таки делать хочет, а именно акцентированные удары, вот как сейчас попытался наносить ударов много, комбинации. Хорошо сбивает ноги соперника Игорь Бугаенко и ставит соперника в неудобное положение. И там уже начинает обрабатывать на ближней средней дистанции. Снова серия из трех ударов в исполнении Игоря. Хишам отвечает лишь одиночным. Решил подвигаться в стиле Белоруссии. Сам себя оттеснил канатом зачем-то. И левый на скачке. Но блок. Опять серия, причем начинается серия с сильнейшей правой руки. А правый прямой или боковой правый прямой? А просто не чувствует опасности Игорь Бугаенко. Совершенно не чувствует опасности со стороны соперника. Сейчас закидывает такой кросс, наверное. Удар. Такой правый, не боковой и не прямой, а сверху пришелся, поверху. Еще одна серия, хороший лоу-кик в исполнении Игоря Бугаенко. Удар в тулу еще не прошел у белорусского бойца. Мы видим, что вот эти смещения в сторону, они путают все-таки. Хишам Эль-Гаоуи, он периодически реально блуждает. И вроде как бы прицелился. Сейчас это будет там, а цель тем временем сместилась. Даже небольшое легкое смещение вызывает сбой. И опять колено Хишама Эль-Гаоуи не проходит. Летит мимо денег. Продолжает как по мешку бить просто Игорь Бугаенко. Четыре таких удара на скорости и после акцентированной левой рукой. Позади еще один раунд. Пока что преимущество Игоря Бугаенко абсолютно никаких сомнений. Он работает убедительно, работает в своей манере. Хишам Эль-Гаоуи работает в манере своей, но этого недостаточно для того, чтобы претендовать на победу в этом противостоянии. Совершенно зря сейчас представитель Марокко разливает стопы воды в своем углу. Легче от этого не станет Хишаму, а вот ринг станет более скользким. И в бою, конечно же, дополнительных удобств спортсменам принесет. Ну да, особенно если учитывать то, что Хишам Эль-Гаоуи больше работает ногами, то это, конечно, будет вдвойне неудобно. Третий раунд. И заключительный раунд. Еще раз напоминаю, что согласно регламенту поединков турнира ACB, доп-раунды не предусмотрены. Но пока что Игорь Бугаенко делает все для того, чтобы победа была одержана, уверенная. Но все, собственно, к этому идет. Главное, чтобы не было неожиданностей. Да. А они могут быть. Сегодня мы их видели уже в достатке. Я, если честно, не ожидал, что таким тяжелым нокаутом закончится будет для Владимира Токо. Да. По-моему, никогда еще Владимир Токо так не проигрывал. На моей памяти, сколько я боев его видел, всегда Владимир Ток, если уступал по очкам, то была борьба. Ну вот, разве что исключение с Павлом Журавлевым, да, там как-то с самого начала все пошло не так. Ну, я думаю, что там пошло не так в тот момент, когда Владимир Ток решил драться с Павлом Журавлевым. Ну да, это вообще Журавлев, это легенда. Это легенда, обладает пушечными ударами просто. Причем выступает и по боксу, и по тайскому боксу, и по кейвану, и выступает очень-очень достойно.
Снова серия, посмотрите, там просто набрасывает удары Игорь Бугаенко, не заботясь, не страшась ответных действий своего оппонента. Успевает и скажем так, заблокировать марокканца и при этом наносить акцентированный удар. Хотя сейчас марокканец так неприятно успел всадить левый боковой подбитый. Впервые за весь бой Хишам Эль-Гауи взорвался. Ну или сделал некое подобие взрыва. Сейчас было очень опасно. Игорь Бугаенко зачем начал наклоняться, и в этот момент вылетело неожиданное левое колено. А по счастью, прошел он мимо цели. Очень спокойно блокирует удары оппонента ногами Игорь Бугаенко. Остается меньше минуты. Опять попадает ниже пояса спортсмену Хишаму Эль-Гауи. В этом компоненте 2-1. Не поможет это совершенно одержать победу итоговую. Не всяких сомнений. Наоборот, да, это дает возможность передохнуть перед концом. Игорь Бугаенко, извиняется, марокканец не хотел. Очень хорошо все-таки прикрывается от ударов руками. Хишам Эль-Гауи, учитывая то, что руками он практически не бьет. И вот в таком глухом блоке все время работает. Сдвоенное колено Хишам Эль-Гауи. Уже достаточно неприятно и опасно. Но я думаю, что вот сейчас очень опасный момент, потому как, я думаю, Хишам не собирается сдаваться. Но мы видим, что он идет вперед. Да, он решил побороть Бугаенко за это. Он понимает, что ему нокаут, соответственно, последний остаток сил. Он бросает сейчас на то, чтобы оставить точку и таким ну, все. Этого было недостаточно. Почему-то он очень поздно решил включиться. Не совсем ясно, почему оно так произошло. Потому что мы видели, когда он пошел вперед, многое стало получаться. И у Игоря Бугаенко возникли определенные сложности с тем, чтобы соперника нейтрализовать. Но угол марокканца показывают. Как мы знаем, пока не объявлен вердикт, пока не ударил гонг, мы не проиграли. Видно, по этой логике сейчас угол марокканского спортсмена. Вот мы сейчас видим эти опасные моменты, сдвоенное колено. И вот потеряй Игорь Бугаенко вот на секунду концентрацию, вот здесь марокканец мог бы его подловить. Да. Именно на это сдвоенное колено. Согласен, согласен. Ну что ж. Находимся мы в ожидании вердикта, который нам вполне ясен и понятен. Ladies and gentlemen, the winner is by unanimous decision for the black corner. Make some noise for Igor Bugaenko from Belarus. Поздравляем Игоря Бугаенко, поздравляем Андрея Сергеевича Гридина. Ну, ты знаешь, Игорь, мне такое ощущение, что победа была добыта, ну, вот, без лишних усилий, да, без каких-то таких прям супер-сверхзатрат. Кажется, что вот Игорь отработал на процентов 60. Да, ну, потому что не нужно было прибавлять. Сопротивление было такое, да,